Уточняющий вопрос по поводу контингента российских специалистов в Венесуэле. Почему вас так это беспокоит? Ну, это очень интересные новости. Нет, почему это беспокоит так Соединенные Штаты Америки? Я не понимаю. Ну, я не представляю Соединенные Штаты Америки. Я представляю. Нет, я понимаю, что вы не представляете Соединенные Штаты Америки, но я вижу, что это болезненный для Соединенных Штатов вопрос, учитывая, что все первые лица нынешней администрации отметили соответствующими заявлениями. А что не так? Что, вот, может быть, вы, зная лучше руководителей той страны, в которой жили и работаете, я вот хочу у вас спросить, а что не так с тем, что российские специалисты приехали в Венесуэлу? Что с этим не так? Вот приехала жена Гуайдо к Трампу, ну и приехала, сидят, разговаривают. Что не так с российскими специалистами? В чем проблема? Право не нарушено. Все сделано открыто, транспарентно. Никто ничего не скрывает. Что не так? Если глобально говорить, что они не имеют права прилетать к структурам, которые контролируются Мадуро, ну это принципиальный вопрос. Мы сказали, что мы с этим не согласны. Мы не рассматриваем режим, правительство как незаконное. Оно для нас законное, как и для огромного количества других государств и для Организации Объединенных Наций. Хотят — приехали специалисты, не хотят — не приехали. Что не так-то? Почему такая истерика по всему миру? В чем проблема? Сколько они там будут находиться? Что они там делают? Если это укладывается в правовые рамки, это не должно никого волновать. Меня интересуют только факты. Например, хотел задать такой вопрос. Так. Сколько у них контингента? Это включает либо персонал Министерства обороны Российской Федерации, включаются ли представители частных военных компаний в этом контингенте? Ну, что касается частных военных компаний, как вы их называете, то это вообще не вопрос к российской стороне, потому что мы, как вы понимаете, за них не отвечаем, и где они находятся, как они сами себя называют, как вы их называете, это к нам, в общем-то, не имеет никакого отношения. Там есть военные эксперты, которые реально занимаются реализацией положений, договоров по военно-техническому сотрудничеству. Сколько конкретно? Мне кажется, уже опубликовано такое количество фотографий. Нет, вы можете их на пальцах посчитать. Там, одной руки, не одной руки, я не знаю, но все же фотографии опубликованы. Вопрос не совсем Министерства иностранных дел. Я могу уточнить у коллег. Ну, еще раз говорю, все же было сделано открыто, вы же все видели. Спасибо. Но главное не волноваться в этом случае. Волноваться не надо.